Привет, народ! Заказал себе еще вот такое вот огниво. Почему заказал такое огниво? Потому что, ну, представьте себе, да, магниевый брусок какой огромный. Против, ну, вот, у меня в машине или на велосипеде, не помню, валяется там, ну, магниевый стержень вообще в разы меньше. То... Хотел посмотреть, что же за огниво. Что интересно, что крайне удивило, что огниво стоит что-то там 40 с чем-то гривен. Но если посмотреть по штрих-коду, то страна-производитель Германия. Вот что крайне удивило. Что даже не Китай, но стоит огниво 40 с чем-то гривен. Я так понимаю, почиркать у нас... Цепочка не получится, нужно будет цепочку снять. Ну и давайте попробуем что-то поджечь. А где бы это сделать? Что-то не хочется мне стол портить. Крышечку бы какую-то найти. Железненько. Давайте попробуем это сделать. С этой стороны у нас магниевая стружка. Что-то магний совсем не магний. Он совсем не стругается. Искорки вроде как летят, ну а вот сам магний, что-то я не пойму, у меня на том огниве магний был очень мягенький, здесь это похоже на кусок алюминия больше. Ну да, это похоже, что кусок алюминия какого-то и есть. Вот интересное кино получается, да? Ну вот если это магний, то он сейчас должен вспыхнуть, как не знаю что. А он даже не горит. Я что-то не пойму. Вот честное слово. То есть, по идее, это должен быть магний. Здесь на коробочке написано. Читаем внимательно. Магниевый стартер. Ну, короче, магниевая зажигалка, да? Ну, вот это вообще не магний. И магнием здесь даже не пахнет. Как бы магний обычно соскребается без проблем. То здесь он не соскребается абсолютно без проблем. Ну и кроме того, он не горит вообще. То есть абсолютно я его поджигаю, не горит. Магазин, интересно, у нас называется. Вот тот же магазин, помните, что я заказывал? Рыбачок, что ли? Вот как-то так меня разочаровал. Еще заказал я у них варежки. Варежки, вот мне, честно говорю, понравились. То есть рукавицы я заказывал для того, чтобы кататься вот в холодное время года на велосипеде. И очень понравились мне рукавицы. С этой стороны они утепленные, такой вот. Типа, знаете, батники делают спортивные костюмы из такого материала, вот так вот. А с этой стороны вот эта штучка полностью вся ладонь прорезиненная, такая какая-то ткань. Очень мягкая, но в тот же момент очень такая цепкая. То есть очень классная рукавица. Но вот с магниевым стержнем
Что-то нас подставили, короче. Рукавицы классные, буду кататься, сейчас снег сойдет. Надо садиться на велосипед, потому как спина уже побаливать начинает. Ну а вот с этим я даже не знаю, что делать. Так что, в принципе, как-то так вот. Ну не знаю даже, давать ссылку на магазин не давать, потому что ну как-то какая-то прям ух, нехорошая реклама получится магазину. Сейчас буду звонить магазину, узнавать, что это такое. Все, пока-пока. Позвонил только что в магазин, в котором приобретал данный девайс. То, ну как бы, что хочу сказать. Продавец, ну извинился, сказал, что вернут, конечно же, деньги. Попросил выложить видео, ну чтобы он убедился, что и мог, вот где он покупал это огниво, скажем так, ребятам предъявить. То ну давайте покажу, что вот оно вот так вот. Здесь я пилил очень долго, помните, да? То есть не получается. Как бы, ну вот опять же, давайте я напилю еще раз. Напилю вот еще раз. Ну не получается напилить, то есть это не магний однозначно. Хотя написано, что магний. Ну и магний должен загореться от буквально вспышки. Я не знаю, как это показать на камеру. Вот оно видно, да, что кучка здесь лежит. Но она не горит вообще абсолютно. Я не знаю, было видно, не было, потому что я не смотрел. Видно, да, что вот оно и не горит абсолютно. То есть вот такой вот магний. Продавец извинился и сказал, что вернет деньги за огниво. Ну и не знаю, пообещал, что когда придут нормальные огниво, то он мне вышли. Ну а перчатки, кстати, скажу, мне очень понравились. Но Норфин какой-то, какая-то вот история такая. Ну как бы на сайте написано, что перчатки вообще, не помню, как называется там история вот эта вот. Ну очень классно мне нравится, то есть против ветра не продуваются они. То есть рукавичками я доволен 100%, очень класс. Ну а насчет огнива получилась как бы такая неприятность. Так что вот как-то так вот, рукавицы классные, на велосипеде кататься в такое вот время, то есть прорезиненная вот эта штучка, обалденно. Ну вот в принципе как-то так вот, получился вот такой вот интересный анбоксинг. Ну это был не анбоксинг, потому что вскрывал я это все на почте на новое, вчера проверял вечером, но так как из-за вот некоторых событий не было у меня времени добраться до вот этого вот бруска мыльного, то как-то так. В общем, ладно, все, пока-пока.